Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Вперед на зомби-войну». Так, ребят, ну что, бонусы я собрал. Отлично все. И что же я хотел вам сегодня сказать. У нас, ребята, в магазине появился новый персонаж, которого мы можем купить. О, у него даже скидка 50%. Вот такой вот, ребята, паренек. Звать его Сват. Смешивание зажигательных пуль с обычными боеприпасами оказалось не такой уж плохой идеей. То есть, у него, ребят, смотрите, защита от стрелкового урона. После смерти имеет шанс не стать зомби. Высокая скорострельность и отталкивает противника. Ребят, ну, честно говоря, он похож прям один в один, за исключением вот этого вот, защита от стрелкового урона, на нашего с вами Спекопса. Где же он? Вот он. Только в отличие от того, у него есть, ребята, способность к сбросу на поле боя. То есть в любую точку поля боя я могу выкинуть его на парашюте. Вот и все, в принципе, да? Так что я не знаю, ребята, стоит его брать, не стоит. Но, по крайней мере, у него защита от пуль есть дополнительная. И скидка у него 50%. То есть без скидки он будет стоить, я так понимаю, где-то 19 тысяч с копейками. На него мне еще пока не накопить. Но сегодня я вам хотел показать, для чего нам нужен вот этот вот парнишка, которого вы называете, что он из Payday. Вот он. И я нашел способ, где можно им неплохо фармить монетки. Правда, зарабатывать мы можем всего лишь за один ход 122 монеты, ребята. И это вот этот уровень. Я многие уровни смотрел, но мне вот этот вот почему-то показался самым оптимальным. Почему? Сейчас объясню. Мы начинаем с вами игру. Так, команда у меня как раз уже собрана. И смотрите, кто у меня здесь присутствует. Соня, Валиант и Маринос. Короче, смотрите, в чем здесь вся суть. Вызываем Маринос. Ну, он там бежит, короче, начинает их потихонечку всех кромсать. Нам не выгодно, чтобы он жил. Нам нужно, чтобы он погиб. Теперь вызываем нашего Пейдея. Он начинает бомбить. И, в принципе, ребята, с этого начинается у нас фарм. Все, больше нам ничего не надо. Мы вызываем сюда Соню, которая будет подчищать ряды. И все, ребята, деньги, кажется, потекли. Но еще раз напомню, что мы с вами за один такой вот поход можем заработать 120 монет. Это максимальное количество, которое можно набить за один уровень. Но вы сами знаете, если мы, например, уровень проходим 10 раз, тут тыщенка у нас в кармане. А это круто. Единственная, конечно, проблема, ребята, это в том, что у нас заканчивается горючка. Вот и все. Так что, ребята, есть все-таки какой-то смысл в этом пареньке. Я начинаю думать, что все это фигня полнейшая. Но нет, зарабатывает он бабосик. Ну и довольно неплохо, я вам так скажу. Короче, на этом уровне я как играю. Вот я их бомблю. В чем прелесть вообще вот этого уровня? В том, что вот эти вот зомби, они постоянно встают. То есть мы их убить как-то, ну, не можем. Они будут постоянно воскрешать, вставать. И, соответственно, мои вот эти чувачки будут стрелять, и они будут мне приносить бабло. То есть буквально до самой волны мы здесь можем убивать бабло. Я считаю, что это вообще круто. Так что, ребятушки, но опять же повторюсь, что не каждый может здесь попасть куда нужно, чтобы у тебя был соответствующий уровень. Соответственно, ты должен пройти эту миссию. Точнее, не пройти даже, а дойти до нее. И вот так вот фармить. Я считаю, что за 10 раз сюда заходить по 1200 монет рубать, это очень тяжело. Буквально 10 раз это 20 горючки нам потратить. В принципе, если уже, ребята, золото не выпадает, как мы видим, да, то все, получается, что мы с вами набили нужное количество, и больше нам здесь ловить нечего. Вот, в принципе, и волна. Для этого мы с вами делаем вот так. Выпускаем наших ребят, Марины и механик, которые сейчас просто разнесут хлам в ворота, и все. И помимо того, что мы здесь заработали, да, 122 монеты, мы еще получаем там 12 монет золотых за прохождение миссии. То есть, ребятушки, как вы, пользуйтесь, дерзайте. Что я вам могу еще сказать? Да, 12 золотых монет. Ну, опыт здесь
минимальный. Вот, если кто-то может найти уровень получше, то ради бога. Но я вам скажу одно, что это считается как бы самый оптимальный. Зомби не умирающие, они постоянно встают. Так, вот даже можно заметить, 3615, да, у нас. Поехали в бой, я вот сейчас запишу. 3615 монет у нас в данный момент. Так, выпускаем Марины. Он начинает здесь потихоньку возюкаться, бомбить их. Потом вызываем нашего Payday, как вы его называете. Несмотря на то, что это Валентайн или Валентин, как его там удобнее называть. Эй! Эй! Вот это что-то как-то невзначай, ребята, получилось. Так, мы сейчас в конце подсчитаем, сколько получилось у нас денег. Так, Марина, давай, выходи. Ой, Марина, Соня, давай, выходи. Так, ну и сами подумайте теперь, сколько нам нужно раз сходить, чтобы, например, заработать те же самые 9000 голды на нового юнита. То есть, если 1200 мы получаем за заходку, ой, за 10 заходок, то 90, ребят, заходов придется делать. Немало, согласитесь, да? Не уложиться, как говорится, в бонус на 50%. Но, тем не менее, ребят, деньги, они все равно здесь очень сильно нужны. Не там, так в другом месте пригодятся. Эй, хорош, хорош бежать, там архаровцы. На автобус мне абсолютно плевать, сколько они сейчас несут урона. У меня, ребята, в другом суть, у меня именно фарм. Ну, даже не то, что у меня, я просто вам показываю, как лучше это сделать и где. Так, давай, Соня, выходи. Стараемся навести порядок, по-моему, что-то они тут раздухарились, не на шутку. Как только деньги перестают выпадать, значит, все, ребята, они набили нужное количество золота. И можно, в принципе, уровень этот завершать. Разносим всех. Так, у нас было сколько? 3615. И, грубо говоря, прибавляем сюда 120 монет. Это у нас должно получиться 737. То есть 737, да? Еще, значит, можно, ребята, восстановить деньги. Еще, по-моему... Эй, куда это вы побежали? Хламоны. Еще, видимо, не всех, ребята, мы добомбили. Где-то еще один сундучок завалялся. Вот. Ну, в общем, ребята, вам понятен принцип, смысл, да? Вот этих вот ребят. Хотя нет, скорее всего, все, ребята, у нас здесь уже волна идет. Давайте здесь уже завязываем. Хотя, ребята, я и волну здесь проходил, если честно. Ничего страшного здесь не было. Ну, как бы и все, ребята, на этом. Будем ждать, когда мы накопим с вами денег на нового юнита, а потом уже будем с вами, наверное, его тестить. Сейчас я, кстати, посмотрю, на каком я месте вот здесь нахожусь. Был на первом. Наверное, сейчас уже скинули. Да, смотри-ка, на второе место сбросили. Это непорядок, будем исправлять. Мы этого позволить себе не можем. Так, посмотрим. Ага. Это, конечно, глупо, мне кажется. Оу, а как это так? Ты посмотри-ка. Петрова, ладно, ребята. Давай-ка еще попробуем переиграть. Но на этот раз мы поставим огнеметчика чуть-чуть подальше, чтобы Ахламон этот до него не успел добежать. Так, секунду. Вот. Так, вот сюда мы его поставим. Сохраняем. И смотрим. Чтобы его поджарило, как говорится. Так. Ну-ка. Да-да-да, именно вот так я и хотел, чтобы. Так, ну теперь только вся надежда на моего снайпера. Если он не лопухнется, а он... Блин, а он тратит пулю на зомби. Так, ладно. Здесь, ребята, зомбарь помешал нам. Но все равно я выбьюсь сейчас в первое место.
Как бы он этого не хотел, он все равно здесь не задержится. Мне нужен, ребята, этот сундучок. Мне нужны ресурсы. Так, понеслась. Все по стандарту у нас идет. Так, теперь все зависит от снайпера. Но ты посмотри, опять та же самая ситуация дурацкая. Есть, все. Вырвал я победу у него. Опять я, ребят, на первом месте. Там я и останусь до победы, так что все хорошо. Так, ну а здесь, ребята, как вы знаете, у нас ивент идет, я уже в нем был. Это опять же против бандосов воевать. Я здесь немножко заработал очков. Но, честно говоря, больше как бы не хочу сейчас. У меня сейчас всего 1692 очка. А тут у ребят, смотрите, по 21 тысячи. Нафигеть. И играю я, ребята, ну давайте покажу, так уж и быть. Фиг с ним. Состав у меня вот, который вы видели. В принципе, им я и разруливаю. Так, давай, расстреливай. И, как говорится, у нас понеслась. Поехали. Марины. Так, бочку мы сюда сейчас бросим. Механик. Вот. И будем сейчас их потихонечку всех бомбить. Так, ПД у нас выйдет. Жалко, конечно, что он здесь... А, нет, он тоже зарабатывает. Готовы. Так, здесь бочки мы ставим. Бочки для чего здесь, ребята, нам нужны? Что когда будет куча выходить вражеских юнитов, мы могли просто подорвать. Соньку, с одной стороны, здесь невыгодно держать, если только она будет где-нибудь вот здесь находиться, на этой территории, потому что когда ее убивают, она превращается в зомби, она бежит на нашу базу. Нам это невыгодно. Поэтому желательно, чтобы она подошла как можно ближе к их базе. Так. Ну, пока, в принципе, все нормально. Давай, 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 давай. Ну, куда ты пропускаешь? Вот, да, вот так. Эй! Что ж ты будешь делать? Придется вызывать, ребят, как ни крути. Я просто знаю, что этот пулеметчик сейчас вылезет и начнет расстреливать. Я не выгоню, чтобы у меня здесь были зомби. В моей округе, так скажем. Давай, Соня, выходи. Отлично. Поэтому желательно вот вызывать именно Марину и Михаила. Они здесь и так неплохо справляются. Сонька чисто для прикрытия их. Давай, 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 давай. Колбасим. Сейчас опять вылезет этот пулеметчик, ребята. Насчет херачит. Стопудово. Нет, что-то не вылазит. Во-во. Только не успел. Ладно, погнали далее. Так, сейчас... А вот, вот она подорвала. Соня, давай, выходи. А эти, ребята, вот так пишут. Вот и взрываешь, и все. Как говорится, волоки ты. Не надо никого бомбить. Просто подорвала. Особенно, когда их бежит вот такая вот пушка. И важно, ребята, их тут сразу отвлекать. Потому что это когда вылезет, начнет расстреливать. Это зомбари сразу не спадут. Отлично. Погнали. Ах ты, стервоза, блин. Гадина, моего пылечка убила, а? Шумара. Так, ну что, Соньку? Ну давай Соню будем, хорошо. Печь пошел. Ай, зря вызвал, е-мое. Как бы думал, сейчас вызову и этот начнет тут расстреливать. Нам еще помогают наши дружбаны зомбари, как видите. Все, пока все идет под контроль. Вот еще было бы, конечно, хорошо, если бы мои же не убивали зомби, которые нам помогают.
Это было бы вообще замечательно. Чем больше у нас ближнего боя, ребята, да, тем быстрее мы с вами сможем развести базу. Побежал механик. Так, этих мы с вами взрываем. Ядрени фени будут землю топтать мою. Куда, 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 куда ты разорвался, а? Упы. Не припухли, я смотрю. Сейчас. Сколько я максимум? Я доходил, ребята, по-моему, до левела 9. И это, насколько я понимаю, предел. Потому что больше не растет. Эй-эй-эй-эй-эй. Это вы тут разбухарили, заморили. Вот, постоянно вылазит. Так, тихо-тихо-тихо-тихо, не надо. Что-то мне тут как-то очень быстро базу мою расфигаривают, я посмотрю. Дай-ка я покажу. Ты смотри, разбухарились что-то. Оу, как сейчас быстро мне базу, ребята, разнесли. Ну, базу я имею в виду свой автобус. Как бы моя база. Да что ты будешь делать-то, а? Что за фигня такая тут происходит? Сейчас этот вылезет для меня. Вот. Явился, не запылился. Погнали дальше. Взрываем. Всех сразу накрыло медным тазом. Так, Сонька, выходи. И взорвемся. Так, отлично. Ну давай, 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 давай. Это вот гомляка, давай. Вот, молодцы. Вот это плохо. Это плохо, сука, здесь рядышком. Как-то кайфово получилось. Честно. Ну ладно, мана есть. А, она побежала туда. Ну что ж, для нас это выгодно. Давай, блин, блин, куда ты бежишь? Вот куда ты, спрашиваешь, бежишь, а? У меня и так уже база на ладом дышит. Есть, накрыло. Ой, как-то получается дело. Сюда сбрасываем, взрываем. Ну, в принципе, все так макаром у нас, ребят, получается было. Так, где пойдем меня? Себя. Давай, давай, уже сколько там? 35 в ману уже на него. Понятно. Пострелял, как говорится, и хватит. Золотишко. Против этих он бесполезен. К сожалению. Давай взрываем. Нельзя, ребята, позволять возле твоей базы вот именно этого. Было очень много врагов. Потому что когда он расстреливает твоих людей, эти охламоны могут навредить твоему автобусу. Причем довольно жестко. Или чтобы у тебя, по крайней мере, был заряд автоматчика, чтобы он мог прикрыть. Ты
Посмотри, что тут происходит. Ой-ой-ой-ой. Так, пора делать зачистку, по-моему, ребята. Это все очень скверно. Да-да-да-да-да. Так, отлично просто. Да, здесь, конечно, у меня будет мало очков. Все, мне получилось пригодиться. Тут нужно зарабатывать не меньше 1000 за бой. Тогда я считаю оптимально. А у меня всего лишь 600. Здесь нет, ерунда. Что вы встали там тупить? Сейчас опять этот пулеметчик чует просто. Да-да-да. Как же без него? Без него никуда. Обязательно он должен вылезти. Жалко, его там нельзя никак достать, чтобы убить. Было бы очень великолепно. Поехали дальше. И вот так вот, блин, по замкнутому кругу, ребят. Пережидаешь, вызываешь, опять пережидаешь, опять вызываешь и так далее. Нет, здесь можно, конечно, взять турель, но, ребят, зачем? Зачем лишние ресурсы выкидывать для того, чтобы этот охламон потом просто-напросто вылез и разнес ее к ядре нефига. Это не выгодно. Выгоднее, ребят, я вам говорю, вот это можно взять, бросить и взорвать. Ай, немножко расколовозится я. Ай-яй-яй, это сейчас неудачно получилось. Ну, блин, не может подойти. Огонь мешает. Как же я хочу себе автобус уже 14-го уровня. Ёп, кто бы знал. Давайте там базу калашматим, чтобы это не стало. Сейчас я загад, вот чувствую, вот так. Тут как тут, блин. Говнюк этот. Давайте, бомбите. Мне, ребята, по автобусу, если один удар нанести, то все, автобуса больше не будет. То есть мы проиграем. Ну как проиграем? Здесь нельзя выиграть или проиграть. Здесь просто идет по набиванию, ребята, очков. Как говорится, у кого больше очков, кто войдет в топ-100, тот получит обалденный приз. А вот это плохо, ребята. Вот, здесь, вот этот зомбарь сейчас встанет и ударит, как говорится, по моему автобусу. И все. Вот, вот он идет, смотри. Вот она, вот, ребята, чем плохо, когда возле твоего автобуса погибает твой же, как говорится, боец. Ну что же, ребятушки, на этом, пожалуй, мы и будем с вами завершать эту серию. Пока больше здесь ничего нового нету. Ничего новенького мы с вами посмотреть не можем. Будем с вами копить на юнита и потом уже, естественно, его попробуем протестить. Так что, всем пока, всем удачи и до новых скорых встреч, ребята.